Автовиражи, стрельба, поиски сокровищ. Зрителя телеканала «Пересмес» в марте ожидает знакомство с новым реалити-шоу. «Легенды кладоискателей» – так называется новый проект. Его участником сможет стать каждый желающий. Творческое объединение «Студия 1» совместно с телеканалом «Перец» и радиостанцией «Дача Мяс» подготовили для жителей Мяса беспрецедентное шоу. Это необычная смесь из элементов реалити, экстремальных игр и квеста. Более подробно о подготовке к запуску проекта рассказывает один из авторов игры, ведущий Андрей Данилов. Проект «Легенды кладоискателей» рассчитан на молодых, активных людей, которым интересен своеобразный отдых. Отдых, в котором нужно найти, узнать и победить всех соперников. Сама игра будет состоять из нескольких этапов. На первом этапе нужно будет выполнить несложные фигуры на автодроме. Второй этап – это лазертег, где нужно будет в битве один на один победить соперников. И последний этап – это непосредственно поиски сокровищ в городе. В игре могут принять участие любые желающие, чей возраст достиг 18 лет. Одним из требований будет то, что у команд, состоящих из 3 человек, должно быть видеозаписывающее устройство, чтобы они могли самостоятельно фиксировать все происходящее. Также капитан команды должен не иметь водительских прав, чтобы в итоге их получить. Собственно, с чего начался проект? Нам в руки попал один из архивных документов, предсмертная записка одного из работников золотодобывающего рудника. В этой записке сказано о том, что этот работник, скажем, не самым честным образом добыл довольно большой слиток и спрятал его на территории Миаса. Собственно, мы-то знаем, где этот слиток, но отдадим его лишь достойнейшим. А кто это будет? Давайте попытаемся узнать.